Сейчас посмотрим, что делает наш сосед. Он получил доски, чтобы клумбу делать. И теперь хочет с ними поиграться. О, манишма. Как делу я? Дела хорошо. Маша царит. Маеш. Махадаш. אני מתכוון עכשיו לבנות את הארוגה כאן לאט לאט בסדר בזהירות בנחישות כן אני מאמין שבשעה שעתיים הקורות זה כבר יהיה מוכן הארוגה תהיה מוכנה וזה הכל יום טוב לך טוב, תודה רבה לך על הרעיון אני לא מפריע לך אלכס, תביא כיסא, אלכס מה כיסא? Ну, так и зачем повод, не добавил, мама. Лай, мотай. Говорит, что ему фонд развития Израиля дал доски, с которых он хочет сделать клумбы. И потихонечку нашел себе занятие. Тут еще вот мольберт стоит фирменный. Почему-то вторая деталь отдельно. Ну, в общем, люди при деле. Надо о нем рассказать немножко подробнее. Этот человек, он рожденный здесь. У него, значит, он служил в свое время 20 лет назад в Ливане. Получил там ранение. У него инвалидность. Значит, у него 4 детей. Вот он, так сказать, болтался, в общем-то, не имел никакого ни увлечения, ни занятий. Вот нашел себя в посадке деревьев на благо общества. Так что вот так. То ли атмосфера Святой Земли на людей влияет, то ли... как бы и люди влияют тоже на атмосферу. Ну, в общем, надо это все почувствовать. Говорят в Израиле, как ты к Израилю относишься, так и он к тебе. קוראים לו אלכסנדר קפלנסקי, הוא מצלם אותי פה, את כל ה... הוא מתעד את כל העבודה שלנו, את כל הפעילות שלנו פה בגינה. כמו כן, אני עכשיו אני הבאתי אותו לפה, שיתעד בדיוק את המקום, את הארוגה, ותכף גם הוא יעזור לי והכל, להעמיד אותה. אנחנו עוד נצלם עוד דברים. אלכסנדר קפלנסקי, תודה רבה לך חמוד, אתה יכול לכבות את המצלמה. Туда лыхалярая. Ну, интересно, что он тут помидоры черри потихонечку выращивает. Это чисто израильский сорт. Очень небольшого размера. И они как раз, в отличие от обычных помидоров, имеют яркий такой насыщенный помидорный вкус. Вот этот орнамент нарисовала как раз художница Тафат Авраам. Дети ей помогали в этом деле. Помогли. Что еще тут есть интересного? Еще интересного тут, что человек выращивает мяту. Вот такой мирный пахарь из бригады Галани. Между прочим, иногда вот эти
эти самые гулани с автоматами, ему здесь помогают, расчищают, всякие сорняки убирают, расчищают территорию. А вообще все это делается от мэрии, от Ирии, под патронажем и при финансировании определенном. То есть это все не просто самодеятельность, а человек умеет организовать, за что ему честь и хвала, несмотря на, так сказать, шуточки, которые он частенько отпускает в мой адрес. Не только в мой адрес. Вот такой вот дядька интересный. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Це є лекереш носав. Is it that many? Local. Вот это он говорит, что розмарин используют в качестве приправы. Вообще красивое растение. Наверное. Такой вот в нашем доме поселился замечательный сосед. Правда, он поселился еще в 2005 году. А вот этой деятельностью он начал заниматься где-то лет 5 назад, наверное, 6. Постепенно продвигается. Пожелаем ему успехов и желательно, чтобы в мэрии его заприметили, хотя он, в общем-то, со всеми вась-вась, в том числе сам этот мэр наш сюда приходил, где-то есть фотография с ним, да, ну, правда, он сюда приезжал инкогнито. Не все на него... Большие надежды возлагаем. Обратите внимание, сколько кондиционеров тоже на доме. Причем наш, вот этот вот Таджиран, был первый, который обслужит мою комнату. Тут еще, с этой стороны не было ни одного. Вот израильский безработный купил себе кондиционер. Потом с другой стороны еще один кондиционер. А потом еще один кондиционер. Два Тадзирана и одно Электро. Электро. Это тоже все израильские фирмы. Вот у него нет пока еще кондиционера. Ну, может еще появится. Вот тут торнадо. Тут тоже торнадо. Что еще такого интересного на доме? Соседка из Баку цветочки разводит. Тоже разводим. Иногда.
Тут что у нас? Подирам. В общем-то их употребляют наравне с именитыми фирмами. И вот единственный тут где-то пайлот есть. А рядом подирам. Решетка улетела во время взрыва, между прочим, когда сюда, точнее вот туда упал реактивный снаряд от наших соседей. А за 5 лет до того с другой стороны дома. Так что, учитывая, какая страна наших соседей поддерживает, у меня соответствующее отношение к России, как к спонсору мирового терроризма. Но это так, к слову. А так, в общем-то, все у нас хорошо. Мешать нам нежелательно, как я предполагаю. Кстати, заодно, не отходя от кассы, обратите внимание, что на крыше стоят солнечные бойлеры, все вот это, все фирмы Home Energy. Здесь это местная фирма. Солнечный бойлер состоит из, там просто змеевик внутри, который нагревается от солнца, и котел с кипятильником, это если зимний период или если солнца нет, допустим, скрыто облаками, ну, то есть можно так нагреть воду. Ну, летом это не требуется, так как по полгода здесь дождей вообще не бывает. Фонари, кстати, тоже, эти столбы есть, оборудование, это тоже сосед сделал, точнее заказал. Мэрия привезла, оплатила. Что-то дядька со связями на самом деле. Вот он женат, у него 4 детей. Кстати, он религиозным только недавно стал. До этого он вел светский образ жизни. Вот проникся человек. То есть, по-видимому, считая тоже, раз у него все в жизни складывается успешно, то надо Богу как-то тоже благодарить. Спасибо за внимание. До новых встреч еще раз. Если будет интересно. Обратите внимание, как выглядит израильская лопата. Она одновременно и штыковая, и совковая. И можно и так работать. Собственно, так и работают.
футболке у него написано «Усим Рыховки», значит, делаем, делаем улицу. А на спине написано «Мадрих», то есть он руководитель. Прям вот такой вот человек, Цкакталь. Говорит, что мы сейчас пойдем выпьем с Алексом чашечку кофе. И я ему еще, он говорит, что он меня поцелует, типа, что я заслужил. Вот у него такие шуточки. Коля Каводлыха, Адон Ицхак Таль. Я сказал, Алекс, Коля Кавод. Молодец. Молодец. Эйзе озерани? Беседр. Беседр, одмят они, нахну. Они вор. Туда Рабалу. Большое спасибо ему за то, что он делает. Но это так, на самом деле. Если бы не он, тут все было бы гораздо скучнее. А так, какое-то развлечение происходит.